Так, сегодня 20, по-моему, 3 октября. 2010 год. О, где? А, вот они, маячки. Через 2 недели уже. Мы с Галиночкой находимся, помаши ручкой, тра-ля-ля, находимся в Винтерпарке. Гуляем. 23, по-моему, сегодня. Побросали своих мужей, детей. Во внуков мы молчим, у нас внуков быть не может, потому что мы слишком молодые и красивые. В общем, гуляем в Винтерпарке. Напились кофе. И теперь покажем маленький кусочек вот этого красивого местечка. У меня же Винтерпарка очень много. Здесь как в Париже. Как очень много в интернете. В Харькове, кстати, тоже есть такая улица Пушкина, пешеходная. Также магазинчики, магазинчики. Ну что еще сказать про Сахалин? На острове хорошая погода. Давай пойдем. Мы пойдем в какой-то магазин, где продают парфюмерию. Плюс, как это называется, крестовалки всякие, мазилки. Показывать не буду, все, пока, до свидания.